Вы освободили меня от моей скверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. Судьба Валькирий. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что ты знаешь? Дельный вопрос, но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается Валькирий, окутано тайной. Меня же встреча с Валькириями привела в заточение. Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми, но... Может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба Валькирии, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно. Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут исследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем.
я точно что-то видел. Я тоже видел. Фрея же говорила, что башня Йотунхейма пропала с озера. Но, может, не совсем? В самом деле странно. Сокровищница Тюра за магическим замком. Сокровищница Тюра. Еще одна из этих штук. Вон там. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да. Но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил, да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь, но учиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Да. Запах чуешь? Да, чую. Пахнет дождем. Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магнит! Меня засмеют! Но если я убью тебя, смеяться не будут! Нет! Ты тупой! Это у тебя от папаши? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме! Это верно! Но зато я буду знать все о тебе! Ты станешь моим новым братом! Как только я убью твоего отца! Ой, кажется, я его сломал. Назад! Брат, мальчик. Атрей. Скорее неси его к Фрейе, иначе никак.
лодку. Дом Фрейи недалеко. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрейи для него закрыт. Туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, жутко представить. Почти на месте. Усилился. Его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрейя! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь! Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой.
и откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. Фрейя. Тогда, в прошлый раз, я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Афина. Прочь из моей головы.
Нигде ты не спрячешься, спартанец. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. Ты навсегда останешься чудовищем. Знаю. Но я больше не твое чудовище. На что год. Я, кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. Эй, от тебя воняет странной магией. 14 сисек. А это еще что? Никогда такого не видел.
Это что, фамильные клинки? Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это... славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Да ну, что случилось? Асы? Нет, это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам, да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. Тогда выкладывай, куда ты собрался. В мир мертвых. Хельхейм! Ха! Дело серьезное. Я за тобой пригляжу. Ничего, дети крепкие. Я в его возрасте башку себе начисто отрезал, и ничего, жив-здоров. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Thank you.
Если что, я прикрою! Передавай недомерку привет, как поправится. Пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Один не может вынести стужу Хельхейма, так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Самый мост. Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. А я-то надеялся больше никогда сюда не попасть. Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. По которым мы вернулись за мечами. Что-то не так. Здесь должны быть лишь недавно умершие. Откуда так много? Тут врата закрыты.
А если врата закрыты, значит Хель и впрямь переполнился. Без валькирий некому судить и отбирать мертвых. И все попадают сюда. Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутано. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь.
Хиле. О, нет-нет. Вальхалла — часть Асгарда. Туда отправляются лишь достойные воины, погибшие в славном бою. Что же для тех, кто умирает без славы? Преступников? Да. Ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть — это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Смерть хранителя моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него? Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь.
Теперь сердце. Придется тебе замарать руки. Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Крас. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хель мучает своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Открыть замок может ветер Хеля. Псс! А? Шш! Я не должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай! Мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Теперь бери клинки и целься в лаветный дал. Теперь можешь воплощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе втемяшится. Спасибо, от тебя не дождешься, так что я сваливаю. А то вас с тобой, гляди, яйца отморозишь. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить.